Бульвар Кокуйского станет парковой зоной. С инициативой выступил новый глава городской мэрии Алексей Хохлов. Как стало известно, администрация города под его началом разрабатывает проект, направленный на озеленение областного центра. Самым масштабным мероприятием в рамках данного проекта будут превращение бульвара, который сейчас больше похож на парковку, в сквер. Когда начнутся работы, пока неизвестно, однако мы уже сейчас поинтересовались у ивановцев, как они отнесутся к таким метаморфозам. Если с бульвара какую сделать парковую зону? Как вы к этому отнесетесь, как житель города Иваново? Овраг, он и есть овраг. Только положительно, конечно. Центр города, такой вообще бардак. Трудный вопрос, конечно. Я вот, да, парковка. Не знаешь ты, да куда тут потом припарковаться, я бы, конечно, против. А какую парковку? Здесь все? Ну вот это вот все собираются сделать парковой зоной. Вы знаете, я не с этого района, я с Балашовки. То есть вам безразлично, что здесь будет? Да, мне кажется, да. Поздравляю всех своих земляков, иванцев, хотя я с Владимира, да, с 1 апреля, потому что это самый лучший праздник, который у нас есть в нашей стране и который всегда вам поддерживается. Мы даже сегодня, я тоже уже 5 шуток уже на фабрике сделал, и надо мной тоже пошутили.